Здравствуйте, перед вами моделька шезлонга 4 в одном. Сейчас она в данный момент выглядит как люлька. Есть пульт управления, можем регулировать скорость, 8 режимов скорости в общей сложности. Включается музыка, регулируется музыка. Есть таймер, можно поставить таймер, через определенное время она будет отключаться. Также есть звуки природы. Есть регулировка спинки, это максимально лежачая, полусидячая и сидячая. Сейчас я вам покажу, как она превращается в стульчик для кормления. Снимаем дугу с игрушками. Снимать буду сейчас креслица. Снимаем навесные дуги, на которых держится наш шезлонг. И устанавливаем кресло на место. Одеваем столешницу. И получаем вот такой прекрасный стульчик с регулировкой высоты.